Добрый день, уважаемые рыболовы! Показываю вам очередной видеоролик лекция Диафильм серии видеолаборатории Останова. В этом видео мы поговорим вот о таких событиях. Проведите, пожалуйста, случай на рыбалке. Берете сетку, полотно, как на подсаке или садке, и шьете микрокорзинку. Пришивайте часть крючка от одежды, часть крючка для одежды. Если не найдете, шейте изогнутую нержавеющую проволоку нужного диаметра. Клевать будет как на рыбку, так и на живца, а можно использовать как кормушку, кто во что гораст. Проволока для обмотки лучше всего медная, один волосок из осветительного кабеля или пластиковый хомут, они в продаже есть, на $1 100 штук, применение обмотки обязательно. Вы об этом размышляйте, а я пошел кошек стирать, до будущих видеороликов, удачи!